там все-таки другая жизнь, по-другому ты думаешь даже, по-другому живешь, по-другому даже играешь в футбол, поэтому сравнению не поддается. Молодежный футбол всего лишь-то хорошая возможность показать себя, заключить где-то хороший контракт, устроить свою жизнь, потому что люди растут, у всех появляются семьи. Много это... Я родился в этой стране, играю за нее. Много моих друзей, родных живут здесь, поэтому очень много. То есть, да, и как бы... Я же футболист, я в любой игре должен играть, показывать, на что я способен. А остальные уже должны оценивать меня по заслугам. Радовались футболу, я скажу так, получали удовольствие, так, такие элементы присутствовали, я думаю, зрителям, которые были приятно видеть. Пришел замыкать, так как бы в центр штрафной, и Валик, конечно, дал там шикарную передачу. Это уже вторая, кстати, с Локомотивом идеальная копия была вот этого вот. Один в один фактически, если кто видел, поэтому... А может быть, даже как бы получается наигранный раз второй раз. Слава богу, что забили гол в первом тайме, как бы это заставило как бы молдаван идти вперед, раскрываться, и, ну, мы умело воспользовались, конечно. Уже заканчивать его надо сезон. Нет, все хорошо, главное здоровье, вроде не подводит, поэтому там даст бог, еще там подготовимся в Германии, обыграем славянцев. Играет наш папа на стадионе, Кутузов, Виталий. Сожалеть вообще не стоит, это только футбол, это игра всего лишь. То есть, конечно, всем хочется побеждать, и тем же словенцам. Я думаю, вся Словения смотрела сегодня эту игру по телевизору, и не знаю, что им тоже радоваться или нет. Впереди Шотландия, надо думать о Шотландии, думать, как победить их. Как бы старые болячки есть так. Да и ребята все тоже. Я не сказал бы, что все были достаточно в хорошем состоянии, свежие. Немножко, может быть, подустали. Всякое бы от поле такое тоже своеобразное. Мы играли в футбол, а не все-таки более такой было регби, как мне показалось. Да, как-то так. Такой скованный у них был футбол. Ну, их, наверное, свой. И немножко непривычно с нами играть. Внизу у нас тяжело обыграть. Задание было так чуть с Саней Глебом наладить какую-то игру, там как бы с Саней Куча.
когда играешь нападающий где-то на встрече, таки ближе со штрафной, добивается головой. Так. И здесь, я не знаю, метров 25, наверное, было. Может, больше даже. Тяжело, так сказать, на скидку. Ну, хорошо попал. Немножко игра скомканная. Все старались. У кого-то больше получалось, у кого-то меньше. Такими эпизодами. Такой порванный немножко матч. Ну, ничего, играли, в принципе. Всем нужно было выигрывать, нам потому что дома и потому что нужны были очки. Моменты были у них, у нас, к сожалению, у нас не получилось забить. К счастью, у них тоже. Это все. С детства. У меня папа даже играл где-то, было там так не сильно, но на местном уровне. Ну, я сам с Пинска, поэтому там особо льда не было, только зимний период нужно было использовать. Мне всегда нравится в футболе ворота стоять, поэтому такой боязни нет. Может, пока не попало, хорошо. Ребята знают, что человеку тяжело, конечно, поддерживают. Спасибо им большое, и понимают, я думаю, где-то что-нибудь не получается. Ну так, когда сейв какой сделаешь, где-то тогда же похлопают клюшками, поэтому приятно.